Посвятить жизнь благому делу – лечению людей. Главный внештатный гематолог Мурманской области Галина Мейки получила благодарность министра здравоохранения Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд. Далее Екатерина Борзых. Гематология – это относительно молодая область медицины в нашей стране. В этом году ей исполнится всего 100 лет. Из них более 40. Галина Мейки трудится над развитием этого направления. Она главный внештатный гематолог Министерства здравоохранения Мурманской области. Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний крови и органов кроветворения. На ежедневной основе она принимает около 30 пациентов. Нашим пациентам нужна очень большая сопутствующая заместительная терапия, переливание крови, массивные, до 10-12 литров в день мы пациентам кровь переливаем, всем в общем сложности. Проводим химиотерапию, сопутствующую терапию. У нас много диспансерных пациентов, которые проводят амбулаторную химиотерапию, они нуждаются почти каждый день там в наблюдении. И первичных пациентов много. Галина Александровна начинала трудиться фельдшером скорой помощи. Потом с отличием окончила первый Ленинградский медицинский институт имени Павлова и работала по выбранному профилю. За свою длинную карьеру она наблюдала разные технологии и подходы в лечении. Признается, что в настоящее время медицина сильно шагнула вперед, и многие заболевания можно побороть. Начиная с 70-х годов, когда мы все болезни лечили только симптоматически, только симптоматика, улучшение состояния, продление жизни, то теперь наша задача вылечить пациента. И для этого имеются все условия, диагностика у нас в больнице очень хорошая, и лаборатория очень хорошая, и все вспомогательные службы, рентген, УЗИ. И имеется связь у нас с институтами, то есть у нас спокойно мы можем направлять, если что-то неясно с пациентом, заявку в любой институт наш. На базе Мурманской областной больницы работает гематологический центр, где ведут амбулаторные и стационарные приемы. Есть процедурный кабинет, а также стерильные палаты для пациентов в тяжелом состоянии. Получить консультацию и информацию о номерках можно в колл-центре. Все взаимодействует в рамках одного отделения. Оперативно и удобно для людей. Наука гематологии очень быстрыми темпами развивается, каждый год придумывает новые молекулы, то есть лекарственные препараты, которые обладают таргетным действием, то есть действием специальным на выявленную существующую хромосомную поломку. Это очень важно, и в основном препараты у нас для приема внутрь. В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отметят 16 июня, Галину Александровну наградили благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд.